Добрый вечер, друзья. Прошу прощения. Начинаем наш традиционный вечерний лайф, и сегодня у нас есть несколько интересных тем, которые я хотел бы с вами обсудить. Перед тем, как начать, хочу вам напомнить, я всегда об этом забываю, вначале сказать, говорю уже потом, чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше, поставьте ваш лайк, сделайте репост нашей программы. Ну, это ваше участие в том, чтобы распространять ту информацию, которую мы вам сообщаем. Мы сегодня поговорим о том, что происходит на юге Украины, потому что на юго-востоке, я даже сказал бы. Дело в том, что Официальные украинские источники очень сильно сократили доступ к информации, что там происходит. Насколько это оправдано, я не знаю, но то, что там происходит много интересных вещей, и это прорывается в интернет, потому что как бы они ни пытались это все закрывать по каким-то своим причинам, для меня может быть не совсем понятным, но тем не менее это прорывается, и вот это мы с вами как раз будем обсуждать. Сначала из официального. Президент Украины Зеленский сделал заявление. Вот что он сообщил. Вооруженные силы Украины и борцы теоробороны освободили два населенных пункта на южном направлении и один в Донецкой области. Что конкретно он не назвал, но ну, по-видимому эксперты говорят, что речь идет о высокополии в Херсонской области. А в воскресенье депутат Верховной Рады Юрий Месягин опубликовал фото, на котором украинские солдаты поднимают флаг на крыше местной больницы. Независимые исследователи по метаданным этих фоток сообщили о том, что да, действительно, это высокополье, то есть речь идет о том, что этот городок освобожден. Второй населенный пункт, судя по всему, это село Озерное Донецкой области, где также нацгвардейцы украинские записали оттуда видео, то есть Зеленский не говорит, что, где, как освобождено, он просто сообщает, что вот происходит такая информация. Неужели настолько плохо у россиян с разведкой, что они вынуждены черпать информацию из данных, которые предоставляет украинская сторона, и поэтому украинская сторона стала молчать сейчас, я не знаю. Но по каким-то своим причинам они, в общем-то, ограничили эту информацию, неважно, мы с вами будем разбирать то, что нам удается подчеркнуть из разных источников. Глава Луганской области, э, э, областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о том, что деоккупация Луганщины начнется с изюмского направления. По его словам, на левом берегу реки Северский Донецк уже можно наблюдать положительные действия украинских подразделений. Глава ОВА добавил, что на оккупированных территориях все разрушено и люди живут в ужасных условиях. Стоят в очередях за хлебом, а поврежденная инфраструктура не восстанавливается. И вот здесь интереснейшую вещь он сказал, цитата. Знаете, информация такая интересная. Люди подходят к гауляйтерам в Лисичанске и Северодонецке с просьбами. Напоминают, что они обещали тут все восстановить. Так почему же ничего не делают? И в последнее время очень интересные ответы. Вы, мол, подождите, скоро осенью ваши насыки придут, вот они вам и будут все восстанавливать. То есть даже местные оккупанты э, говорят, типа, когда им начинают предъявлять, ну что, вы же обещали там, что все восстановите, все будет красиво. Они говорят, М -м, подождите, скоро ваши придут и будут все восстанавливать. Вы представляете, друзья? Это очень очень показательно, потому что на самом деле, несмотря на то, что вот перед тем, как официально Украина перестала комментировать события на фронте, речь шла о том, что будет идти освобождение Херсонской области. Но, судя по всему, это не совсем не так. То есть идет одновременно движение по всей линии фронта. На Донецком направлении, на Харьковском направлении, на Херсонском направлении. Единственное, что может быть пока затишье на Запорожском. Во всех остальных местах идет очень интенсивное движение. И это очень интересно, очень показательно. И я вам хочу показать сейчас одно видео. Это то, что происходило в начале, когда, вот помните, первый месяц войны было очень много видео колонн постоянно разбитых российской техники. Потом это прекратилось, потому что инициатива была на стороне России. И вот сейчас, по ходу, это возвращается. Сейчас давайте посмотрим, это где-то в районе Херсона. Вот такое вот интересное кино. Смотрим. Так, и нам передают привет Польша, Киев, Испания, Турин, Германия, Каушаны, Израиль, Жмеренко, Мальта, Бельцы, Херсон, Норвегия, Казахстан, Кропивницкий, Литва, Запорожье, Львов, Одесса, Дания, Петербург, Стамбул, Лос-Анджелес, Черноморск, Венеция, Стамбул, Стамбул два раза, Эстония, Бендеры, Кишинев, Днепр, Хьюстон, Латвия, Италия, Николаев. Друзья, кстати, вы обратили внимание, мы сейчас экспериментируем, пытаемся что-нибудь придумать в нашей студии, чтобы вам была немножко другая, может быть, картинка. Вот сейчас подсветочку сделали, может быть, еще что-нибудь придумаем, ну, делаем эксперименты. А вы, в свою очередь, давайте нам свои лайки. Если, конечно, если всем нравится, если вам не нравится, там есть опция дизлайк, можете поставить, что не нравится, чего там он неправильно, как иногда заскакивают там всякие кремлевские боты начинают, что ты несешь. И, ну, понятно, да. Кому нравится, конечно, да, лайки. И э, напоминаю, что вот этот QR-код, который у нас висит, это не для прикола. Это для тех, кто нам хочет помочь поддержать канал. Э, ссылка на Patreon, можете стать нашими патронами. Ну, или в описании есть ссылка на PayPal, тоже можете нас поддержать э, финансово. Итак. Э, тоже вот из просто дежавю какой-то, вот то, что было полгода назад, помните, очень много было видео с разбитыми колоннами, сейчас я вам показал видео с разбитой колонной. Было очень много видео, где украинцы заходят на те места, где были линии укрепления россиян, вот что они успели там сделать в районе Киева, там они, правда, не успели так сильно окопаться, как сейчас. А сейчас я вам покажу видео, где прям вот серьезная линия э, укрепления там закопаны. Помните, как я вам говорил, что они танки закапывают, БТРы закапывают, чтобы... Ну, эти танки старые, БТРы старые, как бы от них толку мало. Но если его прикопать, сверху сделать над ним укрепление, получается-таки себе солидная огневая точка. Вот украинцы освободили очередную такую огневую точку. Давайте посмотрим, как это выглядит. Командир, дошли до второго блиндажа. Тут вот такая хуйня, походу, жил меди какой-то. Приход прямой. Приход прямой. Там еще блин дожи, пацаны. Там еще блин дожи. Приход прямой. Сейчас идем дальше. А? Кто? Кто? Труп Там коса лежит И вот гандон лежит Разорванный, сукин сын Походу заминированный Пидор, идем Вон есть БМБ, БМБ, генератор, целая, целая, целая рабочая, бери есть. В этом видео показательно, помимо того, что это доказательство освобождения территории, потому что огневая точка ⁇ это линия укрепления. Но здесь очень показательно, что они бросили труп своего товарища, я имею в виду русские солдаты, убегая, и еще и заминировали его. То есть, как бы, ну, говорить о том, что вот эти люди носители большой духовности, когда бросили просто э, своего, да, он убитый, но... Как бы не совсем это нормально. И это, кстати, очень показательно именно для этой войны. Они постоянно бросают своих трупов, то есть не вывозят их. Там я уже не представляю, сколько в Украине этих. Э -э Целые рефрижераторы стоят, эти поезда, забитые трупами российских солдат, и они, в общем-то, отдают, забирают их очень мало, только когда украинцы настаивают, чтобы забрать своих убитых, тогда происходит какой-то обмен. А так бы они вообще, не нужно им это... Ну, это понятно, почему они не хотят, чтобы дома там много видели трупов россияне, матери там и так далее. Хотя не видно, чтобы они были сильно расстроены. Наоборот, помните, я вам показывал сюжет, где родители радуются, что купили Ладу Гранту за деньги похоронные, которые им дали вместо убитого сына, и что как раз он мечтал о такой машине. Вот как здорово. Да, такой обменчик. Так, э, парочку вопросов от вас. А знают ли в Молдове, что если Украина не сможет удержать русских, то вашей независимости конец. ГУЛАГ, Катынь, это следующие варианты Приднестровья, российские базы не мешают. Мы об этом очень много раз говорили, вы, наверное, как бы новый наш зритель, не знаете. И это говорили и это я говорю регулярно, и наши гости многие, кто у нас по интервью были, мы это обсуждали. Это, ну как бы это, что тут обсуждать, это и так понятно. У Молдовы нет ни армии, я имею в виду настоящей армии, ничего. Поэтому если бы Украина не удержала, то уже бы и Молдовы тоже не было. Андрей, вопрос по поводу госязыка. Так все-таки какой у нас госязык? Ш что мне подсказывает, что румынский, но чем аргументировать, какие исторические предпосылки? Благодарю. Да, послушайте, не надо ä, пытаться вот, ä, залазить в исторические предпосылки, в доказательства, в еще что-то. У нас ä, есть... Ä, решение Академии наук, в том числе румынской, что молдавский язык сегодня является диалектом от э, румынского языка. Да, может быть, он был древней. Но я вам приведу пример. Например, в России Новгород был гораздо древнее, чем все остальные российские города. То есть он на сотни лет был древнее, чем Москва. И был новгородское княжество, которое было это независимое государство, которое Москва была... Потом, когда появилось параллельно два государства, и тем не менее, сегодня никто не говорит на новгородском языке, а новгородский говор это диалект современного русского языка. Так же случилось и с румынским языком. То есть, да, может быть, молдавский язык был древнее, но сегодня, по всем, даже по кодировке международной ИСО, есть румынский язык и есть его диалект молдавский язык. И все остальные разговоры это все чистая политика о том, что просто, как бы, знаете, такой. Ну, скажем, местечковый национализм, что вот молдаване должны говорить на молдавском языке. Да, я считаю, что есть этнос молдаване, потому что, как бы, ну, даже в Румынии есть там, разные этносы внутренние, которые, как бы, ничего в этом такого нету. Есть этнос молдаване, но они говорят на румынском языке, потому что, ну, какой смысл называть два, как бы, двумя разными языками один абсолютно язык? Вот я был в воскресенье опять в Румынии, там говорят на таком же языке, как говорят и у нас. Какие-то мельчайшие, ну, как разница между, условно говоря, говором, там, южно-русским говором или северно-русским говором, или э, в Украине э, закарпатский говор и киевский говор, да, они отличаются, да, есть даже слова, которые отличаются, но это один и тот же язык. Поэтому не надо пытаться это тут как-то завернуть и сделать из них два языка. Нету австрийского языка, нету американского языка. То есть в Австрии говорят на немецком языке и не комплексуют по этому поводу. Американцы говорят на английском языке и не комплексуют по этому поводу, хотя они как бы намного более, как, как государство, более сильное, чем Англия. Ничего в этом такого нету, поэтому не надо тоже в эту даже тему залазить. Можно желтую подсветку еще добавить? Будет э, украинский флаг. Ну, мы молдавский канал, поэтому нам не надо делать украинский флаг. То есть, ну, как бы в, в плане поддержки Украины, да, мы, конечно, поддерживаем Украину без всякого сомнения. Но, как бы, канал у нас молдавский. Хотя вот в последнее время очень часто говорим про Украину, но это понятно. Именно вот, кстати, о чем спросил наш один зритель, что понимаем ли мы, что нас Украина спасла. Да, именно поэтому мы понимаем. И именно поэтому говорим, потому что война продолжается, и от этого зависит будущее, в том числе Молдовы. Как выдержит Украина, как она выстоит, как она победит, от этого будет зависеть наше будущее. Поэтому мы так много говорим об этой войне, а не потому, что мы украинский канал. Мы не украинский канал, мы молдавский канал. И э, поэтому мы вернули наш террариум, и, э, итоги недели. Он вышел всего, в этот раз чуть с запозданием, воскресенье, но кто хочет, посмотрите, там разбирается ситуация в Молдове. Так, Едем дальше. По поводу тоже ситуации на юге. Значит, мы много раз с вами говорили, что украинская ВСУ регулярно обстреливает мосты, которые отрезают всю российскую группировку на правом берегу Днепра. Фактически это уже, ну то есть они уже добивают эти мосты, там вот ныл Гиркин Стрелков пару дней назад о том, что «Тигр» это, ну, как «Хаммер», только русский. Типа боевая машина. Так вот этот тигр провалился в одном из таких мостов, потому что мост уже изрешечен. По нему уже ездить невозможно. Но украинцы добивают эти мосты, чтобы наверняка. Плюс долбят по паромным переправам, по понтонам. И вот эта вся группировка, она фактически отрезана. 25 тысяч человек, э, у них оружие не бесконечное, боеприпасы не бесконечные, э, у них все заканчивается, продукты питания заканчиваются. То есть это все ведет к тому, что Украина хочет сделать так, чтобы... Взять эту группировку без э, больших потерь для себя. А для этого надо сделать так, чтобы у них не было никакого доступа к э, пополнению боеприпасов, пополнению продуктов 25 тысяч человек. Это, извините, это их еще накормить надо. Поэтому вот э, обстрел мостов продолжается. И сегодня сейчас я вам покажу так. Давайте фото номер один наше. Это мост в Новой Каховке. Фото не так хорошего качества, но, потому что это спутниковое. Но вы видите, что мост там, в нем уже дырка такая, что уже там, как бы, ну, считайте, половины моста нет. А вторая половина изрешечена полностью. То есть по нему уже ездить нельзя. Новая Каховка, кто не понимает, это в, э, один из двух главных мостов через Днепр на юге Украины, который, получается, там, э, выше по течению от Херсона. И вот, считайте, этого моста уже нет. А что касается Антоновского моста, который непосредственно в Херсоне, давайте посмотрим видео, в каком... Э, ну, там, вернее, состояние не видно, но это свежее видео, которое вот за прошедшие сутки, что по нему прилетело. Давайте посмотрим. Это видео снято было с двух ракурсов, как вы видели. Ну, фактически этот мост уже тоже все. Притом, знаете, что интересно, вот что отмечают все комментаторы, что бьют в один и тот же пролет постоянно. Это какая-то просто нереальная точность. То есть это немыслимая точность, допустим, для э, российской армии. Но вот украинцы попадают, ну, понятно, что это с помощью американского оружия, но попадают в один и тот же пролет постоянно. То есть он уже там весь просто, просто в хлам. Там уже не, невозможно по нему не ехать. Не, да и ходить уже опасно, потому что... Если машина... А Тигр — это, в общем-то, легковая машина, хотя очень тяжелая, это внедорожник, но это не грузовик, не БТР, там, который там много тонн весит. Тигр, ну, 2-3 тонны он весит от силы. И он где-то там провалился. Так. А, пишут... А, это наш тот читатель, который сказал, наверное, не, не все время нас смотрит. Он пишет, что он с марта. Мой вопрос, что вы делаете с расистским анклавом? Армии нету. Так и не будет. Ну, смотрите, во-первых, про Приднестровье вы спрашиваете. У нас сейчас вышло в 7 часов интервью. Моя коллега взяла у приднестровского оппозиционера. Рекомендую всем посмотреть. Там они разбирали ситуацию. Он говорит, что там прямо уже чуть ли не бегут эти представители, жгут документы. То есть они чувствуют, что Приднестровью хана. Что касается армии, армия не делается вот так, как, знаете, типа, по мановению палочки. Украина делала армию с 2014 -го года, и вот... К сегодняшнему дню у них очень серьезная армия. Это, это долгий путь, это огромные расходы. У Молдовы э, нет, во-первых, политической воли. Я пока не вижу, чтобы у нас была серьезная армия. У нас бешеное сопротивление пророссийской оппозиции, которая постоянно уверяет нас, что армия нам не нужна. Ну, кто же кто нападет на Молдову? Говорят они, э, как бы пряча хитрую хмылку по поводу того, кто нападет. Понятно, кто нападет, нападет их хозяин. А, и нет денег. В Молдове нет таких бюджетов, чтобы создавать нормальную армию. Мое мнение личное что единственный для нас выход это вступление в НАТО. Потому что быть вне блока и иметь громадную армию у нас таких денег не будет никогда. В НАТО, да, там членские взносы, но они существенно меньше, чем если бы нам нужно было иметь свою настоящую армию. А НАТО это гарантия безопасности. Потому что маленькие Латвия, Литва, Эстония на них Россия не смеет напасть. Почему? Потому что у них за спиной стоит большое сильное НАТО. Вот у Молдовы это был бы единственный, наверное, нормальный выход. Андрей, что слышно про ребят с Азова в плену? Может, не к теме, но все же тишина. Ну, было несколько обменов, там уже, по-моему, два или три, две или три группы из них выпустили, но это далеко не все, конечно. Главных там, я понимаю, что до конца войны, видимо, не отпустят, и будут держать они в Москве, где-то в Лефортово вроде бы. Процесс идет, но сказать, что их все, всех отдадут. Я вам тогда еще говорил, помните, когда, что да, вроде бы есть гарантии, вроде бы там то ли Эрдоган, то ли кто-то пообещал, что он выступает гарантом, но я тогда сказал, что Россия обманет. И так и получается. Они отдают их, но очень как бы маленькими группками, очень нехотя, потому что каждый раз, когда выясняется, что кого-то отдали, поднимается вой просто нереальный во всех этих пророссийских пабликах, все эти вот военные корреспонденты российские, как отдали, Помните, какая вонь была, когда э, узнали, что отдали Тайру парамедика из Азова женщину, что она там вот главная нацистка, ее отдали, как так можно было, что это произошло. Поменяли ее на несколько чеченцев. Ну, э, так вот, как бы меняют, но потихоньку. Сегодня появилась информация, друзья, о том, что, помните, мы много раз с вами говорили вот по поводу обстрелов э, атомной электростанции что россияне держат там военную технику, что, в общем-то, это нарушение законов войны, что нельзя использовать ядерную электростанцию как военный объект, нельзя оттуда стрелять. Так вот, издание The Insider опубликовало видео, на котором видно работу российских реактивных систем залпового огня, которые стоят прямо вот на фоне этой атомной электростанции. То есть, судя по всему, это снимали через Днепр, и видно, что вот именно в том месте, где атомная электростанция, оттуда вылетают эти ракеты, ночью их очень хорошо видно. Россияне это всегда отрицали, но как бы, знаете, они, они отрицают, а доказательства как всегда приходят. Они, в общем-то, никогда ни в чем не сознавались, даже когда Боинг сбили, они до сих пор не признают это, хотя уже сколько комиссий независимых и суд в Голландии, все подтвердили, что это они, уже известны имена солдат российских, кто участвовал в этом, как номер этого бука, все известно, но нет, это не мы. Вот и сейчас они отрицают, но тем не менее, давайте посмотрим это видео. Так, и есть интересная информация из Харькова. Сейчас, секундочку, еще ваши вопросы приходят. Андрей, спасибо вам за интересный эфир. Отдельное спасибо, что вещаете на русском. Интересно, сколько вашей аудитории смотрят из России. Может быть, опрос... Я вижу статистику, опрос не нужен, потому что есть доступ к статистике. Ну, правда, я давно не смотрел, может быть, месяц назад, последний раз внимательно изучал статистику. У нас из Россия в тройке государств, которые нас, то есть нас смотрят больше всего Молдова, Украина, Россия. По крайней мере, так было до, до какого-то момента, сейчас не знаю, там иногда и Казахстан прорывался, очень много европейские страны прорываются, потому что наша диаспора молдавская там из Италии, из Португалии, из Великобритании, из Франции смотрит даже из Америки. И россияне нас смотрят. Да, у них там э, проблема с Фейсбуком, он заблокирован на территории России, но по Ютубу смотрят. Поэтому, да. И почему это э, так важно на русском языке? Вот, например, э, немножко отвлечемся. В воскресенье была это... Не воскресенье, в пятницу была презентация книги Руслана Шевченко про э, аналогии между Приднестровским конфликтом и э, войной, которая идет в Украине. И тоже вот выступающие говорили о том, что надо больше такой информации на русском языке. И книга вышла на русском языке. Можете посмотреть отчет об этом в террариуме в воскресном, в моей передаче итоговой. Так почему это важно на русском? Потому что как раз, знаете, проблема в том, что те, кто смотрит у нас в Молдове, допустим, информацию больше на румынском языке, там больше информации как раз адекватной. А вот так у нас сложилось, что как бы наших русскоязычных жителей Молдовы, которых очень большой процент. Почему большой? Потому что я включаю туда многих молдаван, которые привыкли, им легче смотреть новости на русском языке, передачи на русском языке. Они так привыкли. Он учился в университете на русском языке. Он говорит на своем родном языке, но Привык получать информацию на русском. Так вот, э, их отдали на растерзание этим дедоновским пророссийским СМИ, которые им просто там стирают ластиком мозги, и они сидят, говорят, что да, все правильно, Путин напал, а что, какой был выход, ну правильно делает. Если нанесет ядерный удар, ну а что делать? Ну придется, ну так, ну и по Молдове, да, ну может быть, а почему нет? То есть, конечно, это, это разновидность каких-то психических отклонений, но это лечится. Лечится это нормальная и правдивая информация. Вот то, что я вам рассказываю, вот эти вещи, к сожалению, таких у нас очень мало СМИ, которые на русском языке говорят то, что не нравится в России. Я имею в виду власть, властям российским. Поэтому мы вот взяли на себя эту ношу, и, конечно, это тяжело. Если бы у нас было, был бы канал на румынском языке, нас бы воспринимали гораздо легче, лучше, потому что э, румыноязычная аудитория, она как раз с нами на одной волне. А вот в русскоязычной, которые долгие годы смотрели российские новости, всякие этих Соловьевых, Скобеевых, э, Симонян и прочих вот этих негодяев, то, конечно, там очень все запущено. И с, с этой аудиторией тяжело работать, но, тем не менее, мы работаем, а что делать? Кто-то же должен эту работу делать. Так, э, в Харькове, друзья, э, создали сайт для проведения э, оккупанты на, той кус на том кусочке э, оккупированной Харьковской области, запустили сайт для того, чтобы провести там опрос. Типа, а что делать там с Харьковской областью? И вот давайте посмотрим э, на, э, пер, на вторую нашу фотографию. Там как раз вот эта статистика, что у них показал, это в первые сутки голосования. Вот только они запустили, э, посмотрите, что у них показывает. Сейчас у меня тут задержка картинка появляется. Да? Вы видите, что большинство считают, что э, Харьков, это Харьковская область, это часть Украины. Это первые сутки. А что было на вторые сутки? То есть, когда это 4000 голосов, и у них статистика здесь показывает показывает, что ну, как бы большинство за это вот. А третье фото, пожалуйста. На вторые сутки уже 96 процентов опрошенных сказали о том, что Харьков, Харьковская область — это часть Украины. Естественно, после этого расисты сайт этот снесли свой, потому что поняли, что ничего у них не получается. Ну, тут они, видимо, прогадали, им надо было запустить своих ботов, чтобы они голосовали, а у них там за них только 47 человек проголосовало. Вот нашлось. Это, видимо, те, кому пообещали какие-то должности, что они там станут какими-то гауляйтерами местными, там, начальниками, смогут воровать из местного бюджета. Вот эти 47 человек, они за Россию. Все остальные были против. Вот такая вот интересная информация, это, конечно, полностью рушит всю эту пропаганду российскую. Окей, они могут сказать, что да, это там набежали эти украинские боты, все хорошо, но у вас всего 47. То есть условно говоря, если бы там было несколько тысяч за Россию и там 100 тысяч за Украину, и вы бы сказали, а это все набежали украинские боты. Да, хорошо набежали украинские боты. Где ваши сторонники? сайт контролируемый России, который его не могла блокировать Украина, не могла никак подделать. Где ваши сторонники? 47 человек. Двое суток повисело, в итоге его удалили, потому что поняли, что это, это, это провал, это полный провал. В то время в Украине сообщили о том, что для тех, кто будет участвовать в организации так называемых референдумов, вот эти вот местные гауляйтеры, полицаи, сторонники расизма, им грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, наказание может наступить, если будет доказано коллаборанство, то есть сотрудничество с оккупантами, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме. Референдумы, как бы они их ни называли, это все элементы преступления, которые совершает Россия в отношении нашего государства. Поэтому все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это действительная статья Уголовного кодекса, сказала Верещук. Она призвала всех, кто может это сделать, эвакуироваться с оккупированных Территорий, а если такой возможности нет, то не участвовать в так называемых референдумах. Здесь, кстати, еще вот такой информации сейчас все больше и больше о том, что те люди, которые оказались на оккупированных территориях, что они не идут на сотрудничество с российскими оккупационными властями. И вот в Мариуполе вообще интересная информация на этих развалинах, где они там, оккупанты, все пытаются изобразить, что у них все будет скоро нормально, отстроят город. Так вот, пошла интересная тенденция. Оккупанты начали массово менять свои номера на украинские. Им же там раздали российские номера, они нашли сейчас свои старые номера украинские, стали их обратно ставить на машины. Кроме того, начали смывать эти свои z 2 с машин, в которых у них это был, вот когда первые недели оккупации Мариуполя, все начали наносить на машину себе Z, чтобы русские не стреляли по этим машинам, сейчас массово все смывают эти свастики, то есть, ну, судя по всему, они на полном серьезе все ждут скорой деоккупации, и это очень-очень показательно, потому что, знаете, те, кто на местах, они чувствуют гораздо лучше, чем мы, сидя в интернете издалека, то есть там вот такая тенденция, что люди видят, что все идет к тому, что территории будут освобождены. И это очень важно. Так, э, давайте парочку вопросов от вас. Где можно эту книгу Шевченко скачать в свободном доступе? По поводу скачать не знаю. В Молдове она должна поступить сейчас в продажу в электронном виде, наверное, пока ее нет. Хотя, кстати, надо бы посоветовать Руслану, чтобы он ее. Есть же сайты, которые там можно продавать электронно. Я, если он будет у нас в студии, или если я где-то с ним пересекусь, я дам такой совет ему, и тогда я вам дам ссылочку. Как вы думаете, скоро вас замочат тролли? Я так думаю, потому что их много. Нет, смотрите, у нас э, нашествие троллей время от времени происходит, и там и угрозы, и оскорбления, и все такое. Ну, я, знаете, смотрю на это так, как бы издержки производства. Пусть, пусть кричат, пусть воняют, это, это нормально. И если бы нас не замечали, понимаете, это тогда было бы, вот как и я подкалываю некоторых коллег у нас в Молдове. Uh, у нас же наш сайт ava.md, он запрещен в России еще с начала войны. На, на, там есть официальный российский сайт, где все их запрещенные медиа. Вот мы запрещены были под Трем по моему статьям. Кстати, я давно не смотрел, надо посмотреть. Может, добавили нам еще какие-то статьи. То есть мы, мы считаем сайт запрещенным на территории э, России. Я имею в виду ну, именно сайт ava.md. Потому что у нас есть канал на YouTube, канал на Facebook, канал на Телеграме и сайт. Вот сайт у нас запрещен по трем э, статьям. И я подкалывал некоторых наших молдавских коллег, и говорю, а, а вы что, не запрещены? То есть, ну, как бы, на самом деле сегодня не быть запрещенным в России, это, ну, странно как-то. Это значит ты чем ты вообще занимаешься, если тебя не запретили. Ты, значит, ты не говоришь правду. Потому что там всех, кто говорит правду, у них, как уже, знаете, шутят в самой России, что если человек еще не, не, не назван иногентом, значит, он какой-то подлец. Ну, из тех, кто как бы известный, я не имею в виду простых людей, простой человек может и, и не быть, но как бы все известные, вот Варламов очень переживает, что его до сих пор не назвали иногентом, уже уже стыдно ему за это, что всех порядочных людей назвали, а его еще не назвали, так что да, вот нас как бы мы там запрещены и Нашествие ботов время от времени как раз говорит о том, что мы все правильно делаем, и это очень хорошо. Я даже в последнее время перестал многие их комментарии удалять, потому что они не понимают, что они своими комментариями повышают нашу посещаемость, и пусть, пусть поработают, пусть помогают нам. Чем больше комментариев под видео, тем лучше видео продвигается. Поэтому как бы я перестал, ну, как бы если там уже совсем какие-то неадекваты там матерятся, еще что-то, мы их удаляем. А так, если высказывают какой-то скепсис или такие, знаете, легкие оскорбления, то, как бы, да, пожалуйста, переживем. По поводу заявления американского генерала в отставке бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса он сказал, что Молдова и Украина должны решать проблему Приднестровья сейчас. Это очень интересное заявление. Он-то выложил в Твиттер этот пост он был в Бухаресте, видимо, там с кем-то общался с местными политиками. И знаете, что здесь интересно, что таких сигналов сейчас очень много. Они вот прямо приходят со всех сторон, как бы нам уже все намекают, что уже пора решать вопрос в Приднестровье. И да, у нас действительно у Молдовы сейчас был уникальный шанс, потому что Украина нам несколько раз говорила, если хотите, только скажите нам, и через два дня Молдова единое целостное государство без всяких российских войск. Особенно это было актуально в мае, когда у Украины кончились почти полностью снаряды, и они хотели взять ск со склада в Приднестровье, там самый большой склад в Европе еще с советского времени, как раз те снаряды, которые им тогда были нужны. Потом им американцы уже поставили, сколько надо, уже стала тема не так актуальна, но они нам обращались к молдавским властям, дайте нам разрешение, мы вам освободим Приднестровье. Наши побоялись, и вот сейчас американский генерал говорит, что у вас сейчас, вы должны это решать, чего вы ждете. И вот повторяю, что таких сигналов очень много, и знаете, многие сейчас об этом говорят, опять-таки ссылаясь на передачу, которая у нас была в 7 часов э, с Чорбой, этим, приднестровским оппозиционером, тоже об этом говорит, и о том, что он тоже об этом много слышит. Тут знаете, как все говорят, что вот что-то должно произойти, но никто не знает, как это произойдет, когда это произойдет, на что это будет похоже это неизвестно. Но то, что что-то там должно произойти вот если уже американцы нам говорят: ну давайте, ребята, ну что вы там, ну, мы пока как-то переминаемся с ноги на ногу и. Да, да, конечно, да. Ну, наша власть как бы не та власть, которая готова на решительные действия. Они боятся постоянно этой пророссийской оппозиции, которая грозит тут протестами, переворотами какими-то э, всякими такими вещами. Ну, э, так, едем дальше, друзья. У нас э, я это разбирал в террариуме, но после этого появилась новая информация. Сейчас опять весь вопрос, просто не хочу, чтобы накапливалось. Почему не говорите про новый премьер-министр? Э, поговорим сейчас у нас об этом тоже есть. Сейчас, секундочку, где, где оно у нас есть. Сейчас, сейчас, сейчас этой темы коснемся. Так, э, про книгу Шевченко я сказал, что э, если вы в Молдове, то она скоро поступит в магазины, в торговые сети книжные. Если не в Молдове, пока ее никак не найти. Но э, может быть, я не знаю, найдите Руслана Шевченко в интернете, напишите ему, может быть, он вышлет вам экземпляр в электронном виде, если у него есть. Э, Андрейка, комментируйте информацию о молдавских мигах, которые когда-то проданы их молдавским и которые сегодня попали на, вооруж... на вооружение ВСУ. Первый раз такое слышу. Э, те миги были проданы 20 лет назад, что ли, как они могли попасть сегодня на вооружение? их Притом их продали там в какие-то экзотические страны. Я не думаю, что они сегодня на, э, на вооружение у ВСУ. По крайней мере, у меня такой информации нет. Если у вас есть, напишите, откуда вы ее взяли, мы это обсудим. То, что, о чем вы говорите. Значит, сегодня стало известно, кто будет новым премьером Великобритании. И, им станет Лист Трас, э, женщина, которая, знаете, вот... Мы об этом много раз с вами говорили, что когда Борис Джонсон э, сообщил о том, что он подает в отставку, в России страшно радовались. Типа, ага, смотрите, это мы добились. Мы его критиковали, критиковали, и вот, наконец-то, и за ним все так другие правительства Европы посыпятся. Ха-ха-ха. Стала лист раз, а она в десятки раз более жесткая, чем он, она прямым текстом называет Путина преступником, она заявила пару недель назад о том, что она готова применить ядерное оружие, если понадобится, то есть, ну, условно говоря, если Россия будет э, атаковать или пытаться атаковать, Британия готова применить без всякого сомнения свое ядерное оружие, то есть она, знаете... Может быть, может быть, это будет что-то типа Маргарет Тэтчер. Вот я помню это, этого политика, эту женщину, это из моего детства. Тогда говорили, что это железная леди, что она очень такая крутая. Вот Ли Страс может быть новый Тэтчер, которая проявит больше жесткости, чем Борис Джонсон. Кстати, сегодня Зеленский написал о том, что он пообщался, как бы прощальный э, разговор с э, премьером Джонсоном, то есть он уходящий на днях с поста, поэтому Зеленский с ним решил пообщаться и сказал, что буду рад с ним сотрудничать в его новом качестве. И сейчас тоже, знаете, такая интрига, а что это за новое качество, кем будет э, после этого Борис Джонсон. Там? всякие ходят варианты, что может быть он будет новым там главой НАТО, или он э, какой-то чиновник будет там еще в каких-то структурах. <coughs> Пока непонятно, но это очень такой интересный момент. Но, повторяю, то, что Ли Страсс стал премьером, это открывает очень большие перспективы. Знаете, Европа, сейчас мы об этом поговорим, Европа немножко сейчас шатается. Особенно слабые страны, у них проблемы в экономике большие, как, как во всем мире сейчас большой кризис. И Некоторые говорят, а что будет с Украиной? Пока Украину поддерживает безоговорочно США и Великобритания, у Украины все будет нормально. Более того, Германия, в общем-то, тоже не собирается отказываться от поддержки Украины. Да, у них там как бы очень дозировано, но все окей. Страны Балтии, притом, да, маленькие страны, да, казалось бы, слабые, но их помощь просто огромная. И в материальном выражении, и в оружейном выражении. То есть, да, если там, допустим, соскочат какие-то страны, там, ну, условно говоря, Франция, в Венгрии так ничего не помогало, Чехии, вот сейчас поговорим про это, это критически никак не скажется. Но это э, интересный момент, который тоже, считаю, надо разобрать. Протесты в Евросоюзе. В выходные прошли несколько митингов. Был во Франции большой митинг, был большой митинг в Кельне, в Германии, в воскресенье, ну, как большой, там даже, наверное, не было и, и тысячи человек. Но как бы для Германии это много. Они вообще-то не особенно митингуют. В Чехии был очень большой митинг. В Праге, там, говорят, до 70 тысяч человек было. Это, это очень внушительно. Российские СМИ это подают как протест против помощи Украины. На самом деле это был протест против того, что правительство недостаточно помогает в условиях, когда э, очень дорогие энергоносители, дорогой газ, дорогой бензин, и они требуют большей помощи. У них, кстати, для наших молдавских зрителей бензин стоит больше двух евро. Я проезжал через Чехию, через Венгрию, проезжал, то есть там цены в разы больше, чем у нас на бензин. Ну, э, как бы они, соответственно, и больше протестуют против этого. Э, э, там нету такого мейнстрима, что давайте отдадим Путину Украину, пусть он подавится, но только снизит нам цены на энергоносители. Об этом речи не идет. Больше идет протест против. Э, они обвиняют свои власти, что те недостаточно помогают. Но здесь надо понимать очень важную вещь что при всем при этом, да, у них есть, вот как пример Молдовы, на нем можно рассмотреть эту ситуацию. У нас есть сейчас очень много людей, которые недовольны ситуацией. Очень много. Это нормально, потому что, ну... Если ситуация тяжелая, дорогой газ, дорогой бензин, дорогие продукты, конечно, население недовольно, это нормально. Но в чем фишка, что как раз именно эти ситуации использует Москва. Вот в чем-чем, а в этом они преуспели за годы, наверное, это единственное, что они умеют делать хорошо, влиять на политику в других странах коррумпированные политики, которых они скупали годами, десятилетиями, сколько они подготовили, сколько у нас в Молдове. Они там в Кремле только дергают за ниточку, этот открывает рот наш молдавский политик и начинает, ой, как все дорого, как все плохо, люди, давайте выходим. Ему вообще пофиг. У него доходы такие, что он может покупать бензин по 10 евро за литр и не заметит этого. Но он качает ситуацию, потому что его дергают за ниточку из Кремля. А народ, конечно, народ недоволен ситуацией. И вот сейчас их задача во всех этих европейских странах, то, что делает Москва, направить, канализировать этот протест в нужное им русло. Чтобы, да, начинают сначала, первое, недовольство общее, окей, созрело, недовольство правительством правительство неправильно окей есть это легко вызвать и потом плавно перевести в то что это потому что вы поддерживаете украину миритесь с путиным уговаривайте зеленского на переговоры тогда все будет окей тогда все будет как раньше и вот как раз эта задача Кремля сейчас, на это тратятся просто гигантские деньги, там миллионы долларов, эти взятки везут чемоданами в Европе, скупают пачками всех этих журналистов, политиков, СМИ. Вы можете увидеть сейчас в разных изданиях там, такие умные аналитические статьи, что надо сесть за стол переговоров быстрее. Мы сможем тогда вернуться к нормальному уровню жизни. Но просто, да зачем нам эта Украина? Да что там? И это все происходит не просто так там это готовилась агентурная сеть десятилетиями. Сейчас она работает просто на максимуме своих возможностей. Я это вижу и по Молдове, у нас тоже. Все проснулись даже вот, вот такие вот, вот с таким рейтингом политики, они сейчас все проснулись, они все получили свое бабло. И я иногда смотрю некоторых этих говорунов наших, смотрю, Подожди, я же вчера видел это вот то, что он говорит. Писали какие-то там э, блогеры про российские в России или говорили на ток-шоу там у, это, у Соловьева там, и так далее. Это же одна, это же методичка, которую они получают из ФСБ. Это же прямо слово в слово то, что там говорят. А чего вы удивляетесь? Потому что один центр, одни приказы, один один тот же посыл. Это они сейчас и делают. Это надо понимать. Это не значит, что не надо давить на свои правительства, чтобы они интенсивно работали, чтобы они пытались стабилизировать ситуацию. Это нужно. Это нужно делать везде. И у нас в Молдове тоже. Но ни в коем случае, чтобы не попасть вот в этот канал, который уводит народный протест против недовольства ситуацией в направление, которое нужно Кремлю. Потому что вот тогда мы попадем в капкан, из которого выхода уже не будет. Хочу вам вот то, что я начал говорить, и просто мы немножко ушли в сторону. В воскресенье, в, в субботу, появилось интересное видео с Кадыровым. Я его разобрал в террариуме, но появилась новая информация, поэтому мы сейчас немножко вернемся к этой теме. Давайте сначала посмотрим видео, где Кадыров говорит, что пора ему уходить, чтобы вам было понятно, о чем это, и потом немножко разберем. Давайте посмотрим это я опять со своим телефоном вот такие дела у нас там. вот сейчас я узнал что что я самый долгожитель да, среди всех глав субъектов да, на первом месте да, уже 15 лет как я руководю республикой да. у нас у кавказцев сейчас есть пословица да каким бы ни был гость ухожаемым, да он долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, но да, он приятнее. Поэтому я думаю, что в мое время тоже да, он, пришло, да он, пока меня не выгнали, да он. Э, Так что вот такие дела, да, но оказывается, э, я уже старый, да, но когда-то был молодым самым. Неопытным да он. И сейчас таким да он. Остался неопытным, но молодость ушла, прошла, да, он куда-то, да, он не знаю, да он. Вот. Вот такие дела, да он. Мы об этом уже начали думать, да он. И постараемся, чтобы вовремя уйти, да он. Такие дела, Дон, говорит самый старый Дон. А Уходить надо, Дон. Мы разбирали в террариуме, я тогда выдвинул три версии, что это может означать. Одна версия, это его непонятки с Путиным, потому что он постоянно говорит о том, что можно взять Киев за два дня и просит Путина, публично обращается, давайте сделаем это. Ну, как бы по-нормальному, это вообще подрыв рейтинга и авторитета Путина, когда получается, что как бы Кадыров говорит, что это можно сделать, а Путин это не делает. Типа, не решается или боится, или что-то не так. Это могла, возможно, одна из причин, почему его хотят уйти. Типа, много болтаешь, э -э, хватит. Э -э, версия, знаете, версия, имеет право на существование, не знаю, насколько она реальная. Другая версия в том, что э -э, он хочет, э -э, он понимает, лучше сказать, ему кто-то сказал кто-то умный рядом с ним, что система летит в тартарары, и что лучше уйти сейчас, Потому что он очень богатый человек, он миллиардер, у него есть там супер вилла в Эмиратах, в Дубае. И лучше уйди сейчас, отойди в сторонку, а там, когда все рухнет, то есть уже будет кто-то новый, глава Чечни, и вот у него все будут проблемы, а ты будешь где-то там загорать и нормально. И я тогда сказал еще, что, конечно, кровники чеченские будут его искать до конца жизни, но это не так тяжело, все-таки от этого можно отбиться телохранителями, отбиться, если тебя начнет в России система прессовать, если там поменять в москве власти там начнется гражданская война это гораздо сложнее эта версия но тут я сам в нее не особо верю потому что ну не тот уровень кадырова чтобы вот так далеко видеть так далеко понимать он как бы дом тут на месте дом понимает вот раз два дом понимает а вот тут далеко дом не очень понимает третья версия в которую я больше верю по крайней мере, на момент, когда мы записывали террариум, это моя основная была версия. Это то, что он таким образом проверяет свое окружение. Так делают многие диктаторы: говорят о том, что все, я ухожу, или, или исчезаю. Вот Путин время от времени исчезает. И в это время внимательно смотрят за реакцию. Кто там начал говорить, что о, хозяин умер, или хозяин исчез? Может быть, что-то можно сделать? Давайте, давайте перемены. И вот, как бы это делать для того, чтобы вычислить нестабильных, нелояльных и убрать их. Может быть, это делается как раз для этого. Он сказал, я ухожу, и посмотрел, кто как реагирует. Но появилась российская версия от российских журналистов, они ссылаются на инсайды, о том, что Кадырова готовят в замы Золотова. Золотов — это глава Росгвардии, это бывший телохранитель сначала Ельцина, потом Путина, и ну, сейчас уже, когда он в возрасте, Путин его сделал главой Росгвардии. И вот э, Кадырова хотят сделать его замом, чтобы потом убрать Золотого и поставить на его место Кадырова, сделать его начальником Росгвардии. На самом деле для Кадырова, если это правда, это понижение, потому что он в Чечне обладает практически абсолютной властью. Он может там делать все, что хочет. Все финансовые потоки замкнуты на него. То есть он там ну, просто местный король. В Росгвардии все-таки это ему надо быть в Москве, это больше, больше за ним контроля, это конкуренция с ФСБ, конкуренция с армией, там конкуренция с другими башнями Кремля, это уже как бы там борьба за близость к телу вождя, это худший вариант. Но Просто, опять-таки, он может этого не понимать, поэтому он как бы радуется. Ему там дадут звание какого-то маршала, генералиссимуса, еще что-то, и он будет этому очень рад. Поэтому э, эта версия тоже имеет право быть. Они утверждают, что э, главой Чечни назна, назначат Делимханова. Это тот еще э, интересный персонаж, который там угрожает прямым текстом смертями. Да его, в общем-то, и считают, что он стоит за многими заказными убийствами. То есть, чрезвычайно опасный человек. И вот хотят вроде его вместо Кадырова сделать главой Чечни, а Кадырова пустить на Росгвардию. Насколько это достоверно, не знаю. Но, опять-таки, здесь это может быть правдой, потому что Золотов э, очень слабенько показал себя в Украине, Росгвардия не добилась никаких результатов. Она не должна была добиться на самом деле, потому что Росгвардия — это фактически полицейская сила, которая она не приспособлена для войны. Но Путин, видимо, рассчитывал, что они покажут какие-то результаты военные. Они их не показали, поэтому, ну, видимо, решил Путин, что надо менять этого золота, а вдруг Кадыров что-то покажет. Он же там в каждом своем сообщении записывает, что он Дон да, может взять за два дня Киев, Дон. Да может быть, Путин в это поверил. Не знаю, ну, тоже версия, которая имеет право на жизнь. Насколько это реально, я не могу сказать, но э, это интересно. То есть поэтому можно будет потом, вот когда станет понятно, что, что происходит, понять, э, что там вообще тенденции в российской власти. Так, еще два ваших вопроса. Андрей, вы слышали про резиновую жопу? Что думаете об этом выражении Путина? Мы это разбирали в одной из передач. Это, это должен разбирать не я на самом деле, это должны разбирать психиатры, когда человек в возрасте, президент большой страны, сидит перед детьми, а это он выступал перед детьми детской аудитории, и говорит им, что трудиться это, или как трудолюбие, это вам не резиновая жопа. Вот что это может означать от немолодого человека, почему ему пришла в голову жопа и почему она резиновая, я не знаю уж. Но это, это сексопатологи должны об этом прокомментировать. Я знаю, что вам Андрей Трамп не нравится, но он спрашивал у Германии еще пять лет назад, почему они покупают российский газ. Ну и, и что, спрашивал? Если бы он им сказал, как бы давил на них, чтобы они не покупали, но он же не делал этого. И сам он там прекрасно торговал с Россией, наоборот, говорил, что с Путиным... И он сейчас говорил, кстати, уже когда началась война, он говорит, что с Путиным не надо было бы ссориться, с ним надо было дружить. И говорит, если бы я был президентом, он бы не напал на Украину, потому что мы бы с ним обо всем договорились. Это как минимум а, непонимание того, что думает Путин, а как максимум это просто подыгрывание Путину. Поэтому он мне и не нравится. А, я думаю, России нужен дееспособный лидер оппозиции, а вы что думаете о протесте в РФ? Я думаю, что России нужно, я об этом говорил, России нужно перестать быть империей. Пока на империи, неважно, кто там лидер, э, логика империи такова, что ей нужно постоянно много территорий. Империя хочет расширяться, империя должна покорять народы. И России надо стать мононациональным государством, этническим, государством русских, в границах какой-то там, я не знаю, ну, условно говоря, там трех-четырех областей, которые в европейской части. и... Пусть это будет процветающее государство. Пусть это будет э, богатое государство. Но только чтобы это была нормальная страна, которая не лезет постоянно к соседям. Потому что это государство сегодня состоит из сотен народов, которые все находятся как бы, вот в этой вот э, тюрьме, можно сказать. Потому что как СССР был тюрьмой народа, так и сегодня Россия тюрьма народов. И они хотят больше. Им надо больше. Им нужна территория. И я это много раз говорил. Путин в 90-е годы не был таким конченным, как сейчас. Он был примерно с такой же риторикой, как Навальный. Он против диктатуры, он за демократию, он хотел вступления России в НАТО. Был да, такой период, при нем открылся центр НАТО в Москве, активно работал. Но постепенно, постепенно он пришел к тому, к чему пришел. И я думаю, что это не потому, что он такой изнутри, а потому что на это был запрос из общества. А он чувствует запросы общества, и он подыгрывает настроением россиян. Поэтому я боюсь, что какой бы там ни был лидер оппозиции, он через несколько лет станет Путиным. Поэтому лучше, чтобы эта империя распалась, пусть там будет 10 нормальных стран, или не знаю, сколько там, неважно, сколько, но в том виде, в котором она есть сейчас, я просто не вижу варианта, при каком э, она будет нормальной страной, нормальной для соседей. То, что там они внутри делают, да пусть делают, что хотят. Но они лезут к соседям вот в этом проблема. И не только к Украине, у нас в Молдове эта проблема, потому что у нас в Приднестровье это исключительно из-за России. Не было бы России, не было бы этой проблемы у нас. У Грузии два анклава э, аннексированных, и это это постоянная головная боль для всех соседей. Беларусь фактически вся оккупирована. То есть там этот Лукашенко, он хоть и хорохорится но он полностью карманный пудель Путина, поэтому Мое личное мнение, не надо нам никакая оппозиция в России. Нам нужна другая Россия нормальная, цивилизованная, маленькая, и плюс еще там 10 нормальных других государств на территории бывшей Российской Федерации. И последняя тема, которую я хотел с вами сегодня, друзья, обсудить, ну, совсем коротко, это, знаете, скорее, из вот Жириновская вот же считают, что он сделал очень много предсказаний. Не, я не имею в виду предсказания, там, гадал на картах и предсказал. Предсказания, исходя из его видения политической ситуации, они очень точные. Он, кстати, даже дату начала войны сказал, ошибшись, ошибшись, если я правильно выразился, на два дня всего лишь. То есть он знал еще осенью, когда начнется война. Так вот, в 2014 году Жириновский сказал о том, что в российскую армию надо набирать зеков. И они пойдут, они захватят и Киев. И все. В 2014 году, друзья, 8 лет назад, сейчас в армию в России активно набирают зеков. На днях появился э, в интернете опубликован приказ Путина, но ну, это взято с э, российских официальных сайтов, где он награждает человека посмертно орденом, а выяснилось, что этот человек получил срок 25 лет тюрьмы, э, отсидел меньше половины, его призвали на войну в, э, эти, в, как в Вагнер. Он поехал туда, его убили, и он получил от Путина медаль. Вот такой герой, новый герой новой России. А Жирик об этом говорил еще в 2014 году. Давайте посмотрим. Наша армия, не обязательно ее вводить. Весь мир, что там, американцы, американская армия воюет, что воюет? Добровольцы воюют, а у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать, из тюрьм их выпустить, штрафные батальоны создать и сказать, ваша не шагу назад, вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем, лишь бы не вернуться в наши тюрьмы. Поэтому... <связывая> 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 Зал смеется, Путин там похихикивает, а через 8 лет все оказалось правдой. Да, Жирик, знаете, все-таки неординарный человек, хотя, конечно, подонок, потому что он принял огромное участие в том, чтобы разжигать эту войну. Он Сколько лет он, ну, буквально каждый день в российском телевизоре говорил о том, что надо бомбить, надо наступать, надо нападать, надо захватывать. Он нагнетал эти настроения, но, тем не менее, это вот в итоге многие его пророчества оказались реальностью. Вот так вот, друзья. Все, мы на сегодня заканчиваем. Завтра, надеюсь, как обычно, мы с вами увидимся, обсудим все важные события. Пока прошу вас лайк, репост. И кто хочет поддержать наш канал, ссылочки в описании. Будем рады вашей помощи. Спасибо, что были с, вами, с нами. И мы с вами. Всего вам доброго. Пока.